Здравствуйте, дорогие мои подписчики и случайные зрители моего канала. Мы позавтракали и отправляемся на пляж. Почему мы не пошли на пляж до завтрака? Потому что я сегодня в 5 часов встала и пошла в лобби загружать видео. Потому что вчера вечером просто интернет не работал. Я не знаю, что мне делать. Уже у меня столько видео накопилось за 2 дня, и я никак не могу загрузить хотя бы одно, полностью смонтировать. Интернет ужасный, скорость вот даже в лобби не берет. Буквально хватает на смс-ки написать там через Viber, WhatsApp. Вот это вот быстро улетает, что-то короткое, но загрузить видео невозможно. Но я нашла выход из положения. Сегодня утром в 5 часов ночной дежурный, я сидела, загружала видео, он подошел ко мне, ну, парень, который на ресепшн ночью работает, он работает только ночью, а русскоговорящая девушка работает днем. Так вот, он сказал, чем я могу вам помочь, спросил меня. Я ему сказала, что здесь ужасный интернет, я никак не могу загрузить видео. Он говорит, я видел, что вы вчера возвращались с прогулки вечером, но вы не обратили на меня внимания. Вчера надо было обратиться, и мы уже за ночь загрузили все видео. Ну, я говорю, мне нужно тогда днем сегодня загрузить. Но днем к женщине обратитесь, если она согласится, чтобы у нее на ресепшн постоял компьютер, загружался бы. Потому что если я загружаю и забираю этот компьютер домой, это все, что я загружала, все удаляется. Я не знаю, что это такое. В общем, вся работа на смарку. К женщине я еще не обращалась. Сейчас вернемся, и я у нее спрошу. Если можно, то я ей на день отдам компьютер, и пусть у меня там все грузится, стоит. Если нет, то сегодня после 10 заступит этот парень на вахту. И я ему отдам компьютер, и пусть он загружает мне. А мы будем отдыхать с Жанной, да? Да. Гулять. Я вчера весь день переживала. Я весь день вчера. Жанна вот не даст вам соврать. Не сколько соврать. Я. Она читала, она уже и спала, она уже чего только не делала. А я все сидела и грузила это видео. Ну ничего, я думаю, что все будет хорошо. Я тоже думаю. И вы будете получать вовремя все Ленины видео. Да, всю информацию прямо вовремя. Хочу сегодня, вот, допустим, сняла, вечером загрузила, на следующее утро вы уже смотрите новое видео. Вот так я хочу. И так оно будет. Да, пусть оно будет. Да будет так. Что еще у нас хорошего произошло за это время? Все хорошее, Лена, все. Все хорошее. Вчерашний день был очень длинный, но такой насыщенный. Это просто сказка. Это правда. Он же начался у нас рано утром. Мы прилетели рано-рано утром, по местному времени в 7 часов, и все, и у нас день начался. И вот с 7, и легли мы спать по местному времени в 2 часа. Нет, по местному в 11, по нашему, по Красноярске в 2. Да-да-да, мы пол 11 легли с тобой. Да, ну ладно, у меня это точно. Это местного. А по нашему там уже было 2 часа. Да. Нет, я смотрела, было 22-32, я же тебе сказала. А, ну по все. Нашему 2:30. Спали мы как убитые, хорошо спали, потому что очень насыщенный день, и хамам у нас. И, кстати, удобненько. Смотрите, матрасики удобные, подушки удобные. Все удобно, да. Видите, этот, как он, кондиционер не шумит, нормально работает, самолеты летают тихо. Вот когда летают до нашей крыши, сразу сбавляют звук, и чтобы нас не тревожить, понимаете? Вот кто-то писал в отзывах, что безобразие, невозможно спать, самолеты летают. У нас самолеты такие... Молодцы! Послушные. Да, над послушные. Нашим отелем они заботливые. Звук приглушают. Приглушили звук, как комарики, раз, пролетели и все. Вот так как мы спали, как убиты, нам хоть самолет, хоть танк, хоть артиллерия. Да, мы вчера ходили в хамам, и девочка так меня промяла, с Украины девочка работает, а Жанну мяла грузинка. Уже девочка такая, сильные руки. Молодцы, и вот она меня так промяла. Массаж. После хамама сделала мне массаж, ну, типа тайского. Смотри, что я нашла. О, точно. А что мы деньги не взяли? Мы нашли этот обмен валюты. А мы вчера здесь проходили, не видели. Видимо, солнышком ударенные были. Вот.
мы нашли. Сбилась. А девчонки и говорили. Вчера же на пляже они говорили. Что говорила я, Шана? Я сбилась. Про хамам, про массаж. А, про хамам. В общем, после хамама они нас пригласили в комнату массажа. И так проехались, как катком, она меня накрыла сверху простынкой, и вот как тайки делают, прямо всю меня промяла, она прямо ползала по мне, давила. Я чувствовала себя таким, знаете, распятым хомячком, как бывает хомяки, когда хотят куда-то проползти вот в щель, они плоскими такими становятся. Вот я вчера лежала, и у меня такой смех разобрал, я думала, что я такой вот распятый плоский хомяк. И сегодня у меня вот эти вот все мои места, где она нажимала, прорабатывала, у меня все так прям болит, но все вертится, все крутится. И мы с Жанной решили, что мы посетим через еще. День. Да, через день будем через на массаж день ходить. Сегодня у нас выходной день, а завтра мы пойдем снова, потому что массаж делают вот реально. Да и хамам сам хороший. Ну, хамам каждый день не надо, можно перед отъездом. Да, ну ты что, они наши шоркают до костей, ну. Что мы приедем? А вот массаж можно через день. Не надо так, сексуальность-то все пропадет. За кому костлявые-то нужны? Нет. Так, все, мы пришли на пляж. Пляж чистенький, хорошенький. Шли мы сколько, Жан, с тобой? Минут? Ну, немного, 5-7. Минуты две-три. Минуты две-три? Вот сколько видео идет. Вот сколько видео идет, столько мы шли. Ты же начала, мы вышли из отеля. Представляете? Да, я включила аппарат, когда мы вышли из отеля. Вот на этой минуте посмотрите, сколько мы шли до пляжа. И мы посмотрим, если загрузим. Если удастся. Но я думаю, парень этот мне поможет. Я вам его потом покажу. Такие все тут любезные, разлюбезные. А на пляже есть Wi-Fi, мы сейчас спросим в баре этот пароль, и все, и мы будем здесь смсить. Да, девушка из Турции, которая просила позвонить ей, я не могу открыть Facebook, вообще не могу открыть Facebook. Что делать, не знаю. Сейчас мы спросим пароль. Wi-Fi здесь бесплатный. На пляже Лара Wi-Fi бесплатный. Кто хочет покурить, пожалуйста, курите. Так. Ой, какое море спокойное. Я вам сейчас его покажу. Сейчас я вам его покажу. Сейчас я вас порадую. И себя тоже. Лежаки все пустые. Вот представляете, утро. После завтрака время. Сейчас, наверное, время часов 8:30. Наверное, так. Сейчас займем хорошие себе лежачки. Вот такое чистейшее море. Посмотрите. Посмотрите, сколько народу. Практически никого нет. Вот такой вот песочек, галька. И вот столько свободных лежаков. Видимо, тут кто-то уже позагорал. Так, мы, наверное, вот сюда. Давай вот здесь, Жанна. Да, в тени их поставим. Вот и все. Стряхнем. Ну, стряхнем. А, привязаны. Ладно, сейчас. Жанна уплыла до буйков. Посмотрите, как далеко. Но море просто шикарное. Сейчас я ее приближу. Я ничего не вижу, потому что море в глаза, хотел сказать. И море в глаза, и солнце в глаза, и воздух в глаза. Все в глаза. И божья роса тоже в глаза. Вон она как далеко. Нет, лучше я вам далеко буду показывать, потому что тут я вообще ничего не вижу. Все, идем плавать. Идем плавать. Вот так ползем потихонечку. Вот, для Оксаны показываю, она трусиха и не может, боится глубины, не может плавать далеко от берега. Вернее, может, если очень мелко. Так вот, Оксаночка, я тебе показываю, что вполне возможно. Вот я, и здесь вот мне по колено. Вот здесь и будешь ползать. Приезжай, вот прямо здесь. Ну, до моих колен сколько-то. Ну, метра нет, я не длинноногая блондинка. Ну, сантиметров 20 тебе хватит.
все, поплыли. Оксана, показываю. Мне вот сейчас по пояс от берега я вот отошла. Насколько? Видишь? Так что все отлично. Ну берег, ну шикарный, просто отличный. Самолеты летают. Сейчас самолет пролетел. Прямо над головой. Так было захватывающее такое зрелище. Ну вот это далековато летит, поэтому не смогу вам показать всей радости моей. Но если полетит, я обязательно включу фотоаппарат. Видите? Очень часто летают здесь самолет. И мне это очень нравится. Все, поплыли. Никого нет, время утра. Вчера в обед плавали, никого не было. Почему-то где мы, там никого нет. Мы, наверное, как скунсы. Вон маленький скунс плавает. Поплыли. Водичку. Ну как вам вода? Ну это же рай вообще. Просто отличное море. После последних моих поездок в Таиланд, особенно в Таиланд, и во Вьетнаме было чистое море, но очень шумное. А в Таиланде и шумное, и грязное, невозможно было плавать. То здесь, ну посмотрите, тут даже говорить нечего. Показываю вам этот рай. Не надо краситься, не надо делать прическу, косыночку подвязал и в путь. И ты здесь самая красивая. Вот она. Ну что? Жанна, сегодня еще лучше, чем вчера, вообще, согласись. Ну потому что, видишь, нету этого прилива. Угу. Волн нету. Вот гладь. На воде лежит. Да. Вот она как молоко, скажи. Да, теплая, чистая. Ну я традиционно до буйка доплыла, я его пощупала. Ну ты молодец, я туда сейчас направляюсь. Вот самолет летит. Ой, самолет мне вообще сказка. Ты видела сейчас самолет пролетел просто над головой? Низко, мне такое ощущение, что я в иллюминаторе людей видела. Да. Ну, вообще там, классно. А, вот тут, но да, там далеко, вот на посадку. Не, он сюда летит. Лена, ну Гоя шикарный, ты видела, да? Да. Вот я вчера их не видела. Такой дымки. А вот смотри, что-то строилось, то ли такое специальное строение, что вот это? А это стройка какая-то идет, скорее всего, что это будет отель прямо на берегу. Да? Какой-то, наверное, семизвездочный, я так думаю, но прямо на самом берегу. Причем там хотя семизвездочный здесь никого. А вот посмотри, никого. Там какие-то гои, вот как бы скалы, непонятно, мне кажется, какой там отель-то. Ну а как, они все здесь скалы, они убирают, ну, делают вот насыпку для, и вот все. Для Ларисы, смотри, вот какой-то пляж, вот, наверное, супер дорогого отеля, смотри. У них, во-первых, деревянный настил, чтобы не было камешков, спуск. Ага. И там у них даже, вот смотри, вдали вон эта переодевалочка, да, с этим, с душем, наверное. Будуары такие, как да. У нас. Вот это, наверное, супер, какой-то дорогой отель, наверное, который вот тут напротив. Вот самолетик летит. Видите, ну этот вообще над нами летел. Будуаров. Не, вообще, я вообще очень довольна. Очень. Вот мне все здесь нравится. Я прям вот... Вода, это вот просто сказка. Просто вот я легла и лежу. Я просто лежу. Да, мне тоже все нравится, кроме интернета. Если бы интернет летал, ну мы да. найдем все. Нет, равно. Нет безвыходных ситуаций, да. Согласись? Я все равно это... что-то мы придумаем. Я думаю, ты все равно договоришься, тебе на ночь будем грузить. Да. Будем пить кофе рядом сидеть, а он нам будет грузить. А что делать? Развлекать будем парнишку. А может, если не получится здесь, все-таки интернет и на ресепшн слабый, тогда я пойду в какой-нибудь, наверное, интернет-кафе тоже есть. Но все равно что-нибудь найду. Что-нибудь я найду. Там прямо все в эти. Единственное, печалит меня, что я боюсь, у меня сгорит нос. Нос горит? Ну так ты это... Клюв-то вниз опускай в воду, не все. Не задирай его, да? Не поднимай. Вот этот самолет сейчас будет над нами лететь, посмотри. Люди, что я вам сейчас покажу? Ну вот если... Да-да-да-да. Если бы я стояла сейчас на берегу,
то этот бы самолет прямо вот прямо над головой бы пролетал. Мне кажется, он сейчас и полетит над головой. Да, но все равно от берега, видишь, мы уплыли, наверное, метров 300 или сколько там. Да. Ну посмотрим. Все, я вам показываю. Я вам показываю, как летают самолеты. Вы же не видели никогда вообще, как летают самолеты. Знать такого не знаете. Я вот его, кстати, не вижу в этих. Ну, вот знаешь, я его не могу. Ну это красиво, низко, это птичка. Блин, где он, ёпа-мать? Вот он, вон, летит, Лена. Ну я вижу, но я в фотоаппарате его не вижу. Показала, не знаю. Солнце слепит глаза, невозможно, не видно ничего. Но надеюсь, что он показала. Ну, шум-то слышно, Лена. Да, действительно. Мы не обманываем. Шум слышно. Слушай, Лена, это какой океан вот это? Средиземное море. А, это Средиземное море. Лена, как мне здесь нравится? Я вот, наверное, точно вот так вот сейчас до обеда буду в воде плыхаться. Самолет. Ой, как низко. Нам сегодня Бог послал на обед, а Бог послал супчик, суп-пюре, он, наверное, гороховый, я так полагаю. Народу опять немного, дети немножко шумят, вот такой супчик. Супы у них всегда свежие, мы уже это заметили, очень вкусные. А на второе я взяла овощи, ой, баклажан, ой, эти кабачки. Оливки положила, картошку фри. Короче, месиво такое сделала. Тарелки большие. Морковки немножко. Вот это вот у них аджика острая. Не знаю, смогу есть или нет, но положила. И вот это, не знаю, тоже какие-то помидоры такие, то ли тушеные, то ли моченые. Тоже попробую. О, Ксюшка, мои ногти выложила. И два кусочка этой курочки, два кусочка курицы. Ну вот и все. Жанна еще пошла на промысел зачем-то. А нам приятного аппетита. Мы с Жанной пришли на ужин. Уже поели овощи тушеные у нас. Вот все, остатки. Баклажаны я съела. Очень вкусные баклажаны. Правда, Жанна? Да. У меня да. Вот еще есть в тарелке. И на улице на гриле жарят шашлык. То есть в обычных, в любых отелях надо стоять с тарелкой, чтобы дождаться своей порции. Здесь Жанна подошла узнать, официант говорит, я вам принесу сам. И вот мы сели есть, он, когда шашлык приготовился, он нам на тарелочках их в припрыжку принес. Ну, это вообще, как это объяснить? Тройка, отель «Тройка». Ну и сладкого мы взяли. Столько. Будем с чаем турецким пить. Это вот пахлава. Это в сиропе какой-то бисквит воздушный. А это такая... Гнездо. Да, гнездо Жанна называет их. Жанна их любит, по-моему. Она всегда берет.